Всем привет на канале Russian Riders. Как я и обещал в прошлом видео, сегодня у нас будет заруба GR8-302T с оригинальным KTM EXC300 TPI Егора Строкова. Спасибо ему за то, что он предоставил нам такую возможность. Возможно, я буду сильно проигрывать по резине, потому что у него стоит 140-й Митас мягкий, у меня стоковый CST 110-ка. Но, тем не менее, посмотрим, насколько велика будет у нас разница. Несколько раз мы поменяемся обязательно, чтобы почувствовать, соответственно, какой из этих мотиков тянет, и посмотрим, что же у нас все-таки круче, оригинал или копия. Ну, понятное дело, что оригинал. Вот, но посмотрим, есть ли у него шансы. Ушел где-то, начиная с третьей передачи. Зацепился хорошо. Давай в обратку отсюда же. Отсюда в обратку. Где-то метров на 15 все время. О, блин, болтик вывалился. Да, я понял. Вылетает, да? Я буду аккуратно тогда. А? Да я сейчас закозлил и там опустился сильно. Да, конечно, здесь чувствуется хороший зацеп. Давай. Давай сходу. Да, вот отсюда где-нибудь до третьей передачи и потом газ в палас. Давай. Вот, и вот здесь он уходит. Страшно. Да, так, ДТМ. А? Так, ДТМ. Хорош. Так, по-любому намного слабее. Слабее, конечно. Давай так же поставим, надо. Ну, я говорю, и где-то, наверное, начало у него на низах резче гораздо. Потом на середине они плюс-минус похоже едут. И потом на верхах этот еще начинает отрываться. Ребят, короче, ну такой результат не самого объективного теста, но все-таки он очевидную картину дает. TPI едет гораздо мощней. Если сейчас вот вы видели, да, что я вначале где-то на старте проигрывал ему, когда пересел на TPI, немножко непривычно, меня начинало козлить, я не мог стартануть резко без того, чтобы он у меня поднялся. Он цепляет сейчас хорошо. Вот. Этот даже, в принципе, на зацепе не рвет так на заднее. По разнице в работе двигателя, наверное, ощущается так. На низах КТМ едет вот с самого с места, получается, резче. Потом на середине они где-то выравниваются по тяге. И потом он снова уходит на верхах. Вот такой вот результат.
То есть все-таки не такие выраженные низа и верха у него. Серединка примерно одинаковая. Низов чуть меньше, верхов чуть меньше. Ну и потом еще, может быть, потестим резину, я нормальную поставлю. Еще раз повторим тест, будет интересно. Все, такой коротенький тест. Надеюсь, он вам понравится. Надеюсь, хоть как-то это там прольет свет на то, может ли тягаться китаец с КТМом или нет. И сейчас мы поедем проверять, сможет ли тягаться китаец с КТМом в лесу на эндуро-трассе. Но это уже в следующем видео, поэтому подписывайтесь и ждите, когда я его смонтирую. Пока!